третьего белорусского фронта. В начале Великой Отечественной войны Борисов стал важными воротами на дороге из Минска в Москву, где развязались ожесточенные бои. Но при обороне Борисова у Красной армии были неравные силы с немецко-фашистскими захватчиками, и в начале июля город был оккупирован. 1 июля пришлось отдать правобережный Борисов. 2 июля немцы вошли на левобережный Борисов. 4 июля весь Борисовский район уже был оккупирован. Оккупировав Борисов, немцы сразу стали устраивать лагеря для военнопленных. По приблизительным подсчетам, в 7 лагерях на территории города за 3 года оккупации было уничтожено более 33 тысяч человек. А в 382-м шталаге, куда в качестве наказания свозили заключенных из других мест, 10 тысяч. Сегодня на месте лагеря горит вечный огонь, один из двух в Минской области, которые никогда не гаснут. Другой горит в Хатыни. Вот это массовое пленение Красной армии, оно многочисленно прошло через этот страшный лагерь. Жители Борисовщины не терпели зверств гитлеровцев и с первых дней войны организовали сопротивление. В городе действовало 17 подпольных групп. В 1943-м вокруг Борисова сражались уже 14 партизанских бригад и 8 отдельных отрядов. В наши дни Борисовско-Бегомельская партизанская зона считается самой большой в годы Великой Отечественной войны на территории СССР. Немцы чувствовали себя здесь очень некомфортно, и они организовывали всякие карательные операции, в результате которых, к сожалению, выжигали район вместе с людьми. Летом 1944-го началась белорусская освободительная операция «Багратион». И 29 июня войска 3-го Белорусского фронта под массированным обстрелом врага форсировали Березину. Бойцам помогали наши летчики и партизаны. Овладев мостом через реку Сху, танки начали бой за дорогу на Борисов. И вот танки первые, которые шли на правый берег, они просто немцами подбивались и поджигались. Это было нелегко. Через вражеский обстрел удалось прорваться танку Т-34 под командованием лейтенанта Павла Рака. Вместо того, чтобы пробираться окраинами, экипаж прорвался в центр Борисова и 30 июня в течение 17 часов наводил ужас на врага, обстреливая и взрывая гитлеровские укрепления то тут, то там. Отважные танкисты погибли, но благодаря им в ночь на 1 июня советские войска ворвались в полуразрушенный город и после ожесточенных уличных боев на рассвете его освободили. Первая московская дивизия, которая освобождала наш город Борисов, она ведь и обороняла Борисов, и она освобождала город Борисов, а ей командовал уже уроженец нашего города Павел Федорович Толстиков. Павел Федорович встретил войну на Западном фронте. Был участником Курской битвы, Орловской, Брянской наступательных операций. В 1943 году освобождал Витебск и в итоге дошел до родного Борисова. А после 1 июля 1944 года воевал в Восточной Пруссии и в 1945 году получил звание Героя Советского Союза. Легендарного человека только 5 орденов боевого красного знамени. Это же говорит о многом. Верховное главнокомандование рассматривало сражение на Березине как одно из важнейших событий операции «Багратион». Ведь оно открывало путь к освобождению Минска. Поздним вечером 1 июля 1944 года 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий Москва салютовала доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, освободившим Борисов. Вечная слава героям! 3-го Белорусского фронта!